и я даю вам экран. Ведь вы этого достойны. Ну как, все видно? А вот, действительно, все видно. Так, теперь мы бежим по королевствам, выбираем... Это не те. Разве Хузаид, а сирайцы. Смотрим этих ребят. Акар. Он нам нужен. Акар сейчас находится в Каизе. Поехали. Поехали. Поехали попиздим с Акаром. Он про Викторию. Да это понятно про что, он просто он забавно очень написал. Я пока в ближайшее время ничего такого не планирую. Я человек спонтанный, знаешь, мне захочется, я сделаю. Не захочется, я не сделаю. Так, тут у нас что получается? Тут у нас езда верхом. Бро, стремительный ветер, поздравляю. Акар, Ажир. Ну это все лесные люди, они мне не очень-то нужны. Бля, у меня пленников 87 человек, надо их скинуть. Жители деревни, блять. И все это время, пока я тут катаюсь, нас, кстати, ебут. Нас, кстати, ебут в очко имперцы. Они там уже замок, наверное, забрали у нас. Пока я здесь, сука, прохлаждаюсь, блять. Где этот Акар, мать его? Он в Санале. Он, блядь, в другой город уехал от меня. Блять, только мотайся за ним. Мне еще нужна подружка, которую зовут... Фазенда, короче. И тип, которого зовут, даже не помню как. Что-то принял ванну, солью до ванну. Да бля, это охуенно. У нас. А тут, представляешь, в Сербии ванна. О, вот он, Акар идет. Ванны не уважают. Точнее, ванны не уважают в Сербии, у них только душ. Я так соскучился по ванной, по нормальной, ёптую. Не, Суруп не пойдет. Мир тебе. Что думаешь о господине? Я законный правитель. Блять, 100% нахуй. А, мы друзья, слышишь? Потому что он меня любит, поэтому 100%. Если он хоть раз нарушил клятву, то ты тоже наруши. Хорошо, говорит. И я тебе отдаю 173 тысячи, блять. Все, готово, нахуй. Плюс кланчик. Один есть. А это значит, что у него его больше нету, блять. Так, дальше. Гулямы. Это наемники. Адван не пойдет. Не пойдет же, сколько у нас? 35. Адван может пойти. Может пойти Адван. Вот Фазенда. Она точно пойдет, она в Яйкисе. А Яйкис же мой. Акар, Нукар. А как мне можно сделать, чтобы все были, всех видно всегда? То есть я хочу, чтобы не нажимать Alt, а чтобы мне всегда было видно, кто идет, откуда идет, сколько людей. Чтобы всегда было написано. Никак. Отстой. Ункит это их султан. Кстати, дохуя людей у него. О, Ялас. Вот Ялас это третий. Зажми альт. Спасибо, 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 спасибо. Там категорию поменяли? Если да, то очень благодарю вас. Так, Ялас. Здравствуй, я хочу кое-что обсудить. Я законный. Тут могут быть проблемы. Вас называют человеком чести. Отлично. Поменяли. Дай бог здоровья. Спасибо, спасибо. Человек чести, блядь. Его тут должно повести. Если он хоть раз нарушил клятву. Нет, видишь. Недостаточно. И дальше уже пиздец начинается. Ну, мне 22% прокнуло, слава богам. Он возьмет 500 000 с небольшим. 600 тысяч, блять, он взял. Похуй, нам это по карману. Еще плюс клан. И это очень хороший клан. Это очень сильный клан. И теперь осталась Фазенда. Она все еще в Яйкисе. Она уже готова переходить к нам. Нас там уже ебут, блять, на том направлении. Шмотом выкупать. Они только деньгами берут, шмотом нельзя. Их не интересуют вещи, их интересуют исключительно деньги. Деньги, их грязь это интересует, это бумага. Интересно, сколько она армию собрала? Наверное, человек 1000, минимум. Где эта стерва, блядь? Она все еще в Яйкисе. Мы ее что, пускаем в этот, в замок?
А что там перерисует, сучка, все. Имперцы, походу, об замок убились. А они разве не забрали его? Лавень, они забрали ее. Как у нас на войне? Они нам нанесли дохуя уже. 1200 они нам убили, 497 сами потеряли. Но я был занят. Жители Абобы. Ты что, у нас в цитадели сидишь? Нет, блядь. А куда ты ушла? Она была здесь, в Яйкисе. Что-то я не понимаю нихуя. Она точно поехала назад куда-то. Кто-то Атлан растет. Какой как он ездит на серфе. Какой энергичный. Это девочка. И социальная девочка. Молодец. Это ты 1400. А, это они 1400 человек об этот замок потеряли? Пизданутые. Да где она ходит-то, блядь? Похуй, давай всех. Научим по ходу пьесы воевать. Не проблема. Как будто она в Аббе. Ну реально, где она? Вон, они следующий замок уже захватывают, блядь. Пиздец у них там блицкрик. Но мы им пизды дадим, поверьте. Все это мы заберем нахуй назад. Все это, блядь, я заберу назад. И еще приправлю какими-нибудь имперскими городами. Я просто сейчас почему хочу забрать всех этих в Санале. Пиздец, блядь, как? Я просто хочу тут сейчас прибрать это все к рукам, чтобы когда эсерайцы нападут, у них не было всех этих лордов и сил. Когда они нападут. А они нападут. Рано или поздно он обосрет меня все и нападет в спину. Мы должны быть сильнее. Я должен переманить все кланы, которые только могу. И все кланы это эти три. Остальные я сдам тогда, переманю тогда, когда они останутся без земель. У них там осталось так себе. Они город осаждают уже, блядь. Они, видимо, захватили еще один замок. Нет, они замок, в глубине забирают замок. Это значит, что они уже слабы. Где она там? Она прям в городе написана. Санала. Пазенда, да? Ты в цитадели сидишь? Ашиса. Да нет, блин. А вот она, да. Здрасте. Давайте. Что, она не хочет? Забавно. В прошлый раз она хотела. Ладно, тогда действительно до новых встреч. Захочешь после этой войны, видимо. Ну что, ребята, погнали ебать имперцев. Сколько в замке охраны еще? Успеем мы доехать? Мне кажется, нет. 228 защитника. Скорость низковата для такой армии, конечно. Огромной. А два на попробую. Но сейчас не до этого. Сейчас главная война. Похуй, два клана мы переманили у нас. Пиздец теперь. Силы у нас больше. Мы во всем больше. Добыча. Бича. 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 Здорово, Макс. Здорово. Ну, я, конечно, спасибо, Шига. Поддерживаю ютуберсов, что-то все дела. Но спасибо тебе за творчество. Слежу за тобой, схоластик мобиля, все дела туда-сюда. Жми кнопки дальше, и чтобы все у тебя было хорошо. Ну, благодарю за 2200, огромные деньги на самом деле. Пусть у тебя тоже все будет хорошо. А я вот не понимаю, в чем поддержка, типа. Из-за того, что тип меня поддерживает материально, нужно срочно его оскорбить каким-то образом. Не одобряю, блять. Категория старая осталась. Обнови страницу, братан. Вроде как поменяли. Это все сюда. Это все на осаду. Блядь, Забак Шибамуль, я лечу к тебе, блядь. Ты только дождись меня. А, их уже спушили почти, блядь. Не успею. Придется забирать. Или осаждать. Надо жратвы взять. Еды нет нихуя. Так, все, что есть. Рыбу, зерно, финики, мясо, сыр, виноград, пиво, оливки. Все давай, блядь. У нас там флагов, кстати, еще лишних.
Миллион, блядь. Коллекция флажков. Коллекция флажков. А, уже у него денег нету. Похуй тогда. Нанять воинов. Все ко мне, ребята. Идем спасать замок Шимомура. Ну или перезахватывать на край. Я не думаю, что мы тут успеем. 68 человек. Если они героически продержатся до завтра, я их спасу нахуй. Героически, главное, продержатся. Мы уже идем спасать их. О, великий Масуни, это мой первый Гуджин. Девственный донат. Давай, да-да, из маньяка с топоров выгулить. Те, кто помнит, знают, о чем я. Угу. 35 защитников. Блять, реально, если успею, то в последнюю секунду. А сколько их там? Да, мы успеваем вполне. Мы их отпиздим. Их там 500 человек всего. И у нас 100 подкрепа, блядь. Куларн. Они засели, суки, там. Тормози, блядь. Они, суки, там засели, блядь. Все сюда. Мне похуй, блядь, кто рядом. 597 защитников. Мы их там нахуй сейчас осадим всех. Сидеть нахуй внутри. Да мне до пизды, что вы там. Они нахуй зайдут и не выйдут из этого замка. Не смотрю тебя с позавчера и не подписываюсь. Не говорю спасибо, что нажимаешь на кнопки. Но с любовью. Благодарю, благодарю. Сейчас подкрепы дойдут, и мы их штурманем, блядь. Прямо в этом замке всех. У них еды на 6 дней. На 5. И это гарнизон только умрет. У них же еще своя еда есть. Бля, а как в такой случае вообще? В таком случае у них вот есть армия. На армию есть своя какая-то еда, да? У гарнизона своя, у армии своя. Что если у их отрядов кончится еда? И такое вообще возможно или нет? Не, а нагры не лучше, чтобы стены ломать. А нагры лучше, чтобы ломать ебало. Осаждаем. На рынке? Тут нет, это замок, тут нет рынка. Не, Асена взяли, суки. Они ранены становятся. Нас уже больше, нам похуй. Мы будем входить, блядь. Мы будем входить. Через 2 дня закончится жрачка их. Поговорим, блядь. Сейчас мы поговорим, нахуй. Сейчас мы перетрем, блядь. Вылупляемся. Погнали. Один день еды у них. Катапульты уже все, блядь. Одна осталась, она сейчас закончится. Ждем, пока они начнут гнить, блядь. Так, нас интересует гарнизон, да? Нас интересует гарнизон. И он умирает. Но остальные сидят нормально, у них еды хватает. Наверное, будем входить так, проверять сейчас свои силы. Хотя, блядь. Ну-ка, 770. Ждем, что у них сейчас останется после этого. 770. У меня 18 человек научилось всякому. 770, смотрим потери. Ну, бля, по 10 человек. Такое, конечно. Наверное, войдем. Катапульту убьем и войдем.
Добыча! Пича! 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 Что мы говорим казахам? Мы будем платить вам дань. Будем, да, будем. И платим, блядь, и платим. Но на самом деле это можно назвать это вложением в нейтралитет. Привет, Шус, как ни странно. Они нас не нападут. Я еще один твой зритель с 80 тыс на Первом канале. С тобой в огонь и в воду, так сказать. С 14 лет с тобой уже. А ведь скоро уже 27. Столько контента и эмоций ты мне подарил. Спасибо тебе. Спасибо за теплые слова большое, The Forded. Приятного просто. Надеюсь, что так все и останется дальше. 80 тысяч это практически, знаешь, как-то карьера стартанула по-жесткому, блядь. И да, казахи ж не объявят войну, пока мы их давим, правильно? Слева я не уверен, блядь. Да и справа, наверное, лучше слева. Хотя я помню, как там ебут. Может, справа? Вчера впервые попал в армию. Думал, буду подвиги делать. Умер на первой же осаде до штурма от катапульт города Типианс. Бывает. А нагры пошли. Лукап! Молодцы, вижу, уже подготовились, блядь. Soldier forward! Everyone, move! Здорово, уродцы, блядь. А замок-то не ваш, блядь. Пиздарики на воздушном шарике, блядь. А замок-то сон. А замок-то поспал я, получается. А замок-то проспал. Ебать, они меня скинули за секунду. Бля, кстати, мне кажется, мы не сможем, пока они там сидят. Они что-то уж больно контрактные. Сейчас, катапульта надо дождаться, пока ебанут. На что ты надеялся? Ну, я в прошлый раз залетел, как кибер... О, пошло! Пошло! Слушай, мне даже интересно, а что нужно? Каким нужно быть ебланом, чтобы на такое переходить? Я каждый раз, да, это говорю. Типа, что нужно, чтобы... Вообще, каким ебланом нужно быть? Чтобы на такую хуйню переходить. Потому что если туда перейдешь по этой ссылке, школьницу там сделают из тебя, блядь. Everyone, это мини-валиты, блядь? Мили-ваниль. Everyone, charge! Нихуя себе новости, блядь. У нас даже не близко такая контрактная армия. Ты посмотри, блядь. Там, конечно, лукап. Хоть анаграми и хуя, реально. Так, вот и мы, да? Ну, пойдем. Мне их составчик пока больше нравится, чем наш. О-о-о-о. А чуча? Ну, этих отзонили, хорошо. Бля, надо брать булаву. Это реально элита имперская. Ну как-то они странно в бой вступили. В плащах, нахуй, смотри. Надо чучи рубать, нахуй. И очень хорошо, что мы их окружили. Вот это вот полуокружение, они не знают, куда им воевать. И в конечном итоге это может сыграть нам на руку. Нихуёво так, потому что они между нами остались. Они идут не сюда, влево, чтобы снять окружение, они заходят внутрь. И мы стоим с двух сторон, напихиваем им пизды. Я надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь. Вы видите эту хуйню. Они заходят в окружение и погибают. И заходят следующие. Типа, когда они могут ударить одну цель, они получают от трех, а то и четырех целей урончик. Вот этот вот тип куда зашел? Максим Евгеньевич с очередного донатера обрубил меня. Полукотел такой, да. Помните, вам ваш агент как-то уже рассказывал, что у нас очень слабый приток новых зрелов. Ага. Но те, кто смотрит, уже не уходят.
Есть мысли, почему так. Я не модный. Я не в тренде, вот почему. В тренде казик покрутить, фильмы посмотреть, что еще? Видосики глянуть, в покер поиграть. Ну хотя покер, наверное, нет, покеристы молодцы, тут я лишний раз пизданул. Надо брать булаву. Ну погнали, чел. У меня есть и на такой случай пиздять, пизды поддать. Полуголым сидеть, да. Вот знаете, это что в тренде всегда, по моим вот собственным ощущениям. Вы, наверное, скажете, сталкер, маунт. Нет, я говорю серьезно. В тренде всегда творить какую-то хуйню. Орать, визжать, пердеть, драться, срать, ссать. Вот это всегда в тренде. На это зритель всегда найдется, блядь. Вот как тогда нахуй было, так и сейчас. Чем ты громче, тем ты смешнее. Блядь, я тут еще умудряюсь кого-то нахуярить, блядь, в этом пиздеце. Привет, родня. Здорово. Нормальный движ. Спасибо большое, мистер Лимузин. Три, да. ДС был охуенный вообще. Я вообще считаю, что мы мало в ДС наиграли. Там сейчас скажет, нихуя себе мало. Там столько-то серий. Я бы наиграл еще больше, блядь. Да, сейчас можно и откиснуть, кстати, вполне. По потерям вроде пока проходим. 150 на 100, ну да, пока проходим. Но у нас что-то плохая тенденция. Ну и бой как-то такой себе получается. На такое количество людей. Сука. Там типы летают нахуй сзади, буквально тип летает. Все, я умер, блядь. Я разбился, походу, да? Ну и вот тут что кончится быстрее. Но мы вроде начинаем кончаться быстрее, не знаю почему. У нас супер хуевые потери. Да, вообще пиздец. Давайте-ка остановим это. У нас просто, блядь, люди перестали сражаться. Здравствуй, папа. Привет, первый сынок. Донат Тея. Хотел узнать, как Тея Драгон с Догма. Петюнь, нормально. Нормально. Норм дрочильно, я в стиме сказал и тут скажу. Держи, спасибо. Держи еще твои 220. Mm-hmm. Сегодня еще будет что-то. Станция 14, хочу поиграть. Хочу поиграть. Сейчас у нас в себя ребята приходят, да и там тоже в себя приходят. Нужно хотя бы 30%. Ну пошли попробуем. Сейф там был до этого. Огненными анаграми похуярить их. Ну кстати, хорошо бы попробовать. Да, попробуем теперь с другой стороны. Сабмод-то тоже вырубил алкоголик на модуле. Ну, во-первых, он вырубит его не потому, что ты сказал. Чёрт. А во-вторых, это я включил. Everyone, move! Attack! Подожди, а эти что? Интересно, а если я сейчас иду на другой проход? Еще 220 для легенды. Спасибо. Да зачем тебе эта популярность?
У тебя и так самое доброе и сплоченное комьюнити, которое... Факт X2. Хоть и не растем, как на дрожжах. А нам и не надо. Нам и не надо. Зачем тебе орать и визжать? Это не для тебя. Иду пока сам войду. И не упаду. А не лошадь не убью, честно, это да. Нормально, ребят, я в порядке. Я в порядке, ребят, я в порядке. Можешь в осаде пробиться к камням для нагров и скидывать на осажденных. Если они будут, конечно. Дамаг страшный. У нас там ребята вошли, по-моему. Бля, как-то мы странно атакуем, нахуй. Пока что только трибушеты. Но похоже придется ебашить анаграми. На самом деле империя собрала пиздец контрактников здесь. Прям вот пиздец. Ах, чё хах? Everyone! Forward! Attack! Forward! Yeah! Ждём. Блядь, щита нет, это хуёво. Не могу подписаться на Т, я как сделать? Как не можешь? Можешь? Через СБП должно работать, мистер Лимузин. Попробуйте ещё раз. Пожалуйста. У нас чел с доминосец зашёл и умер. Должен смочь. Слышь? Да, блять. Неудобно нахуй без щита работать. Супер неудобно без щита. А вот можно взять. И я возьму, блять. Надо эту улицу покидать срочно. Жму, бро, жму. Спасибо, Шиги. Опа, высадка. Это, видимо, какой-то из их... Нет, вот он как раз. Катафрактарий, блядь. Катафрактарий — это пиздец. Блядь, спас нахуй от трибушетов. Все, погнали, ребят. Команда. Так, скорее всего, сейчас будет громковато, поэтому я RTX Voice вам ебану. Бам. Чтобы вы не слышали никакого фона. И у нас внезапно умерло 900 тысяч человек. Как? Кто их убивает? Почему они умирают? Где они вошли в бой? Что за хуйня? Их не может там один лучник убивать, реально. Что это такое? Откуда столько смертей, блядь? Откуда столько смертей? Тогда понятно. Вон там наверху какой-то замес идет. Неужели настало время анагр? Падают со стены? Да нет, там вроде написано, их убивает вон кто-то. Лучники, кони убивают, всадники. А принесешь мне попить, пожалуйста? Сладенькое. Пошло. Блин, у имперцев, кстати, всего один шанс. Вот этот, потом им пизда сразу. И они им вроде пользуются неплохо. Я тебя буду забивать все равно. Булава, кстати, неплохо работает. Да, блядь. Им конца нахуй нет. Пизда. Приплыли, блядь.
Вроде как обоих слева, там еще какие-то типы выбегают из домов. А, вот где происходят основные потери. Чего? Два. Ой, нет, это я не хочу. Вот так. Теперь потом холодильник поставь. Да, тут нас вроде как ебут поплотнее, чем мы ебем. $250 на $200. А подкрепы будут? Кажется, мои контрактники пошли работать сейчас, потому что вижу много наших прагов и наших смертей. Наши пошли в последнюю очередь, походу. А нагры получается? Опций мало. 24 на 100. У них тоже никого нахуй не осталось. А нагры или отпускать? Одно из двух. Есть вариант выпустить их и поймать по дороге? Или хуй, или ебаться с анаграми? Просто пусть выходят тогда. Вот, типа. На все четыре. А те, кто остался, тот нахуй остался, блядь. Самые умные съебались, самые неумные остались. Смотрю с попадания в жбан водителя красные жучки в дезмоде. Уф. Желаю здоровья, успехов. Спасибо. Спасибо, Тарье, за творчество. Благодарю, благодарю. У них, кстати, так и не восстановилось ополчение. Да и стен нет нихуя. Может, надо было просто напасть? Чё я, блядь, парился? В итоге, блядь, трибушету надо давать долбиться. Надо было просто напасть. Вот так. Всё, похуй, в бой. Ну давай, давай, нападай. А? А, ты им предлагаешь? Наверное, лучше все-таки справа. Пошире, поинтересней. Реквестирую песню под анагры. Блин, ну поздно. Но я думаю, когда-нибудь мы их увидим. Кого? Кошачий корм? Они не слышат нихуя. RTX 8 включен. Хотите кролика и лосося, будьте дикими, без углеводов. Может, рассмотришь как-нибудь мод на бане шакуно? Да, японщина 15. Но там главный прикол в том, что за дизайн карты... Я тут на три фронта воюю. Что-то делаю на экране, ты говоришь, и донат говорит. Еще чат на 4 фронта. Вот на банке 15 на вам прикол, что осады, дизайн карты, переработанные морские бои и прочие вкусности. Блин, не. Ну блин. Это просто стоит с кормами, коты безумствуют, и он заскочил прямо на клавиатуру. Ты меня так называешь? Я даже стесняюсь. Я же простой фрезеровщик завода. Ты лучше. Так ты сам так подписываешься. Спасибо. Я же понимаю, фрезеровщик завода, все дела. Написано лимузин. Ебать. Все, входим, ребята, входим, блядь. А, блядь, вошли. Больно так. На себя весь огонь перевел. Героически, блядь. Все, пошла резня, блядь. До сих пор, кстати, остались контрактники. И дохуя на самом деле. Как будто остались самые контрактники, которые хуй дамажатся.
Посмотри, нас просто ебут 400 человек. Там и контрактники, это прям, это термин, да? Да. А еще я их реально не пробиваю, блядь. Обычных арбалетчиков не могу пробить. По три удара надо давать. В лучшем случае. А, не побежали. А куда? Да я и сам спущусь этой лошади, нахуй. На поебучку, блядь. Супер мало урона. Вообще пиздец так-то. Бля, меня свои же толкают нахуй. Смотри, вот этот тип, его хуй убьешь. Я 17 его бью, ну хотя рукояткой, наверное. Дайте булаву, блядь, похуй. Нас больше в два раза и нас теснят, блядь. Да нет, в том-то и дело. У нас слишком много умирает людей. Мы убиваем одного, теряем 10. Я вообще в ахуе, как они смогли найти таких контрактников, блядь. Тут буквально все тупо last при last уровень. Трупс. Трупс атак. Это долгая работа. Кого мог уже переманил? Наемники. Нет, это не наемники. Если это не наемники, они я вообще не вижу зеленого справа. Я вижу только красное. В два раза нас ебут. И хуй кого пробьешь? Стоишь, щиты бьешь. Вон, типа упор тебе стоит тоже щиты. Только спины успевать находить надо. Можно пробовать сейчас выйти, кстати. Тут, конечно, на тот свет можно выйти. Жестко, блядь! Это жестко, нас просто переебали нахуй. А тут по-другому не станешь. Ну, в замок зайти. На какие лестницы? Какую? А тут по-другому вот здесь где-то находиться? В драке? Не пусто. Так, все, иди по домикам. Из всех фрагов, которые сделали мы на 400 человек, на 600, 200 сделал только мой отряд. 200 сделал только мой отряд, нахуй. Из всей нашей ебаной армии. А это они еще померли от болезней и голода? Ну типа. Я думаю, пока всех надо в плен. Теперь мы пленник, теперь. Всех оставшихся в плен, даже несмотря на их статус. Всех в плен. Потери 60 человек среди моего отряда. И отпускаем нахуй всех. Проявить милосердие. Армию распускаем. Предавать милостивую смерть. Тут скорее произошел такой момент, что я рассчитывал на кого-то, кроме своей армии. В моей армии осталось 240 человек, и мы 200 фрагов поставили. У чуваков осталось 29, 8, 1, 9, 4. Там одни новички, видимо, были. Не проверил я составчик нашей тысячи. Там буквально новобранцы, нахуй. Зато смотри... Апнулись. Угу. Да мне и так дают, на самом деле, апнутых. Сейчас донесу, типа, фрази. Замок вернули. А, надо кому-то же его отдать, да, точно. Женился? У Ялоса нихуя нету, ребят. Я за Ялоса. Женился ли я? Да. Нет еще. Почему? Нет времени, блядь. Как там это, та дочь императрицы поживает? Не знаю. Единственная так. Наследница Южной империи. Да вот воюем с ней. Да блядь же. Она напала на меня. Опять? Она напала на меня, что я могу поделать? Так, четверых этих типов спрячем.
А, квартал таверн, всех остальных нахуй. Похавать у нас имеется. Нет, 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 нет. А вот ну, этот персонаж неплохо. Может умереть от старости? Конечно. Подумай. Часики тикают. Часики тикают, блядь. Сколько лет-то? Тридцать два, блядь. Да, пора бы, пора. Пора, блядь. Ну, после войны. Перед войной с Казахстаном сыграем свадьбу. Так, мистер Рыба. Ну, это лидер отряда, лидер отряда. Вы не лидер отряда, так что не парьтесь. И одноручная. Все на этом. А, да, люди есть. Всех давай, похуй. Ну я почти фул, кстати. Я не то чтобы сильно... Мои войска не то чтобы сильно пострадали. Пострадала армия, блядь, которой я руководил. Но в остальном... Мы даже в относительном, блядь, порядке. Армори Форж пробовал? Вот именно что пробовал. Не более. Средневековье. Война, холера, все. Угу. Все, погнали дальше. Уже долгожитель. Я понимаю, понимаю, понимаю. Так, дальше замок Лавения. Блин, обидно, что у нас все, что мы смогли собрать, это... Опа, чел там грабит. Успею я по морде ему дать за это. 2 и 1. Вроде не ограбил. Да все уже, все, блин. Что там у тебя? 16 новобранцев всего на 100 человек. Это очень хорошо. Ты ж Василос. Мы с вами идем в войну. Сдавай или умрите, нахуй. Ля, ля, какое. Перо у него, павлинье. Как тебе технодемка 4 армы? Не видал. Максон начал наконец покупать верховых лошадей или так и бегает медленно. Откуда этот чел взялся? У меня, блядь, всегда было на 300 голов 300 коней, нахуй. Ёбаный в рот. Как будто из какой-то другой вселенной люди приходят, блядь. Ты знаешь, пешком бегаем уже сколько? Всю жизнь бегаем пешком. Вот единственный конь, он всю телегу весит. На нахуй, кстати. Пизда. Выпал тип. Опять коник спасает своего всадника опять. Бля, коник. Чё стоим, ребята? Вперед, похуй. С кем там воевать? Когда яйцо на голове поменяем? Когда найдем что-то лучше. Это лучшее яйцо. Вот это рядовой состав имперских войск, кстати, да? 2-3. Какой удар не нанесешь, блядь, 50 на 50 что убьешь. А еще такое впечатление, что колющим побольше бьет. Но не всегда. Ладно, чуча, блядь, давай. Я долго тебя сдерживал. Привет. На нахуй, бил по ноге, у тебя рука отлетела. А если это твоя сборка для маунта? Стань уверен. Где-то была. Там 4 модификации, понимаешь? Из действующих только расчлененка и РБМ. Все.
На нахуй, 644, блядь. Так и чё? Почему они до сих пор не считаются, что они побежали? Ещё МК-2 сделаем. Да, вот я давно хочу. Вообще нужно оружие поинтереснее. По тяжело бронированной цели как будто бьет только какая-то двуручная секира, блядь, или меч. Одна ручка просто перестает пробивать. Два человека трупами у нас. Ай-яй-яй. Пленник ты, дядя, пленник, да. Там мне вроде не надо. Оставим всех на ап. О, только повезу, наверное. А у меня так повезу. Да. Да, конь не хромает? Не хромает. Апнем новичков. Так, защитили деревню от разграбления. Замок Ловения. Спасибо большое, Итарье, за стримы. Сегодня наконец-то дома, а не на работе. Поздравляю. Можно онлайн присутствовать. Здорово, Golden Ash. Приятного просмотра. Биг Секс бежала из плена. Она в нем была. В смысле, осадите замок. Меня не пустили в замок. Значит, я войду в него сам. Знаменитая эпоха соло-осады. Можно и двуручку, она у тебя не качанная, первое время тяжеловато будет. Но это правда. И таланты прокинуть надо, а я уже хуй апаюсь. Ну я могу перекинуться, да, бродишь? То есть я могу сказать, я не хочу больше одноручку, да, и фул в двуручку уйти фокусами. И пойти. И сделать себе булаву двуручную, как Саурон, блять. На, нахуй. Что? Нет, да, фокусы можно перекинуть. Этот замок у нас отжали, пока мы воевали на другой стороне. Я его возвращаю. Так и что, ты защитить что-то хочешь или что? Несколько раз собирался, так и не собрался. Что там? Южная империя мир хочет. И они готовы платить нам дань. Как вы думаете, почему это произошло? Нет, это не потому, что мы здесь смогли на осаде разъебать, не потому, что мы посадили несколько лордов. Потому что им объявил войну кто-то. Например, Западная империя. Например, Западная империя, блядь. Голову нужно держать в холоде, а конных лучников в страхе. Да, я два клана осирайцев переманил. Ну и после этой войны, скорее всего, буду переманивать третий клан. Либо добивать осирайцев. Наверное, добивать осирайцев буду, а потом уже с казахами разберусь. Попробую в 3-3 бушета. Там 164 человека бедных. Надо будет заскочить еще в город, который вот этот вот рядом, имперский наш, Донустика. И... давай в 3. Бля, не успеваю. И в Донустике надо будет перебить фокусы свои. С одноручки на двуручку. Скажи, это уже мод на дипломатию, сука, сколько можно? Столько можно, сколько нужно. Вот пока ты орешь, блядь, не буду ставить. Знаешь, как детский садик, типа. Пока вот ты не успокоишься, не перестанешь орать, ничего не будет, блядь. А что за история про Штруди? Да там, рабочая история. Слушай, ждать на самом-то деле 9 дней? Или сохраниться и попробовать ебануть их сейчас? Наверное, второе. Сколько можно, ёб твою мать.
О, нет, это ужасная стена, блядь. Пиздец. Это кошмар, блядь. Сейчас будет заварушка в винном погребе, нахуй. Заварушка в винном погребе. Здорово. А про Иру что за история? Да, девочка Ира еще. Нет, Риксон! Нет! Вы заплатите, суки! Вы все ответите, блядь! За Риксона каждый из вас, мрази, будет отвечать, блядь! Каждый из вас, мразоты, блядь, ответит, нахуй! Передо мной! И особенно вот этот вот бомж, блядь, Валера. Он уже отвечает, кстати. Блядь. Микитер, куда ты? Гномик, они с тебя убьют, если ты один тут будешь. Ебать красиво тут у них, а это всего лишь замок. Давай ёбнем его. У нас там как будто кто-то с кем-то схлестнулся, но я не вижу где. Не, вот реально, когда мои войска вступают... Когда мои войска вступают, сразу видно результат. Видимо, до этого я дрался войсками армии, где были одни новички. Тут вот она пошла. Red the Cat вот, в кожанке единственный. Привет, давно не было. Там, кстати, это есть той сложной сады, по-моему, дропнулся боковый доспех. Я проверял, если так себе. Я его уже проверил и продал. Это он умер так? Он же жив. Ребята, он жив! Вы чё? Он прикинулся, типа, они его не трогают или что? Если я буду стоять, они меня не заметят, блять. Пока я стою, оно не видит меня. Тан-т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 ан. Да, Южную Империю, конечно, жаль. Спорить не буду. Напасть на меня, пока я занят сосирайцами, чтобы, блядь, буквально через 7 дней войны напали на тебя со второго фланга. Это, блядь... Идея прикольная. Повезло им очень. Бля, следующая, кстати, партия. Я бы хотел на лукере поиграть, маунт. Когда там она будет? Не знаю, когда... Я на лучнике уже не играл сколько? Ну долго, блядь. Тише, блядь. На, и на, конечно, на конном, блядь. А на каком же еще? Может, вообще на казаха пойду? На казахе конном лучнике. Они... Кюшали тут, видишь? Кюшали. А, так ты из этих. Мне кажется, мне почему-то кажется, что лук и конь — это максимально популярная вообще
в маунте комбинация, с которой играют игроки в принципе в игру. 8 человек наглухо потеряли. Мертвая армия, естественно. Естественно, он здесь. Да давай всех. И в плен давай, классом только хороших, новобранцев не надо. Сейчас заскочим, поменяем двуручку. Я все уступаю своей армии. Своей прекрасной армии, блядь. 75 человек нахуй апнулись. Все, боевые кони нужны. Боевые кони, они тут... А, они тут не имеются. Проявить милосердие. Все, мы вернули все, с чем мы расстались за время войны с Южной Империей, которая длилась... Сколько? 15 дней? Мы 41 день воюем? Нихуя себе, долго. Слушай. Долго. Замок в осаде. Сейчас скатаемся туда тоже. Тут ехать недалеко. Сколько там у него охраны еще? 100 защитников. Успеваем. Успеваем. С запасом, блядь. Так, 90 тысяч. 70 тысяч. 15 тысяч. Какая у тебя самая хорошая двуручная пушка? Я хочу топор, блядь, двуручный. Ладно, ребята, настало время, я отправляюсь в кузню, видимо. И буду делать двуручную булаву себе самостоятельно. Сам варить буду. Угля нет. Ребята, я ухожу из кузни, как слышно. Нет больше сил моих работать в кузне. Дерева тоже нет. О, так это же их главное. О, так их замок отпиздил. Шибальзумир. Война окончена, блядь, что я могу сказать. Окончена, да. Владелец замок Лавения. Сейчас посмотрим. Акар, у него ничего нет вроде. Да. Я Акару отдаю, ребят. Так, Реджа, любовь моя, стоп, стоп. Все, здрасте, здрасте, я тут был. Я тут срал. Тан-та-та-тан. Under my command! Императричка. Archers, attack! Follow me, soldiers! 90 коней всего у нас. Забыл, кстати, лошадей боевых купить. Увы. Да мы вроде, блять, не, он не прекращается. Ты уверен, что ты туда спрашиваешь? Я вообще осираец. Мы можем обратно крестовый только сделать. Отпускаем, а потом женимся? Нет, так она уже и 50. Она не подарит мне сына. Бля, ребята, мне не нравится это. Они как-то так интересно идут, блядь. Свиньей. У них впереди лошади, за ней лошади и пехота. Ой, ребята, это свои, да? Что-то я буквально теряюсь в их... У них рассыпной, сука, строй, судя по всему. Знаменитейший. А еще наши всадники решили проебаться здесь и съебаться. Уйдите-ка нахуй, мистер всадники. Проебал коня, съебывайся нахуй. Правило такое. О боже. Мистер Карманник, вы же уже появлялись. Православно. Ой, как православно. Жизнь удалась, да.
А тут, кстати, в Сербии недавно тоже появился квас. До этого не было. Да и пельмени научились делать. Я вот примерно тех же мыслей был. Ах ты, сука! Ты за это заплатишь, блядь. Спасибо большое и рад за тебя, рад, да. Ладно, чуча так чуча, блядь. Видит бог, я не хотел. Ты чё, охуел? Знаешь, что с чучей второй смертельный? Для тебя первый. Даже через блок. Первый блок, вторая рука уходит. Иногда третий для особо сильных. Блядь, ёбаная лошадь, нахуй. Да ёбаные кони! Да, блядь, давай рубящим, нахуй. Вы шо, суки, охуели? Вот этим по три надо, бронячим. А вот этим два. Слушай, а шо это такое вообще? По ебалу получил. Кто ты, блядь, такой? Кто это такой, нахуй? В чем он одет? Что это, блядь? Имперский дворцовый страж. Пиздец юнит, нахуй. Ну это явно реджевские пацаны, блядь. А я в такой же броне, да, кстати? Только у них наплечники побольше. Сын Пелея, блядь. В Империи самая топовая пехота. Я всегда думал, что у Стругов, кстати. Так и есть. Так а почему тогда пишут, что у имперцев самая топовая пехота? Врут, да? Злые языки, блядь, врут. Геть. По кому будем? Ни по кому не удается геть. Кого лучше конные лучницы? Я по стрепушникам не хожу, не могу сказать. Вы одержали победу. 12 человек потерял. Так-то. Волчьи шкуры. Пленник. Ченнон. Пленник. 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 Я пропустил. Реджия была? Вроде нет, вроде съебалась. Оставим слоты под нее. Боевых коней надо купить, штук 40, блядь. Кинжал, ничего такого. Расплавим все, похуй. Реджия. Она, может, в замок попала в плен? Да нет. А куда она нахуй с карты? Она умерла, может, в бою? Взята в плен. Кыргызстан. Наверное, она в замке. Дайте глянуть-то. Да, вот они тут сидят все. Это же не мой замок, да? Да, я не могу, увы, не могу забрать их. Придется ее продать, скорее всего, хозяин замка, когда ему предложат. О, Удрис пошел что-то захватывать. Давай, 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 там разгуляй вообще. Во все стороны разгуляй. А это что за чел? Ты кто? 4,9, я не догоню.
Но придется тебя вглубь загнать нашего королевства прекрасного. Давайте все, все на борт. И в городе своем, в столице, мрази, мы возьмем сейчас кто. Я не продаю, ребят, никого. Не к тому обращайтесь. Управление пленниками. Все сюда, ребят, грузимся. А что, воевать же все хотели, правильно? Все хотели воевать. Все хотели воевать. Никто не ожидал, что произойдет такое. Сейчас мы всех типов продадим. Потом мы что, наймем воинов. Вот так вот, двух новичков оставим. Качнем всех остальных. И коней боевых посмотрим. Но мне кажется... Вот и воюете, да, блядь. Вот и воюете. Придется переплачивать, походу, да? А не, вот есть боевые скакуны. Ну, по 3000, блядь. Жаба задушит меня. Кошмар, блядь. Ладно, я попробую заплатить из последних денег за этих коней. Это пиздец. У меня нет слов, нахуй. Древесина есть? Дайте мне коней еще на сдачу. Это седло для верблюда. Вы что, долбоебы? Ладно, похуй, седло повезу на продажу. Так. А где мы древесину производим? Для крафта. У нас какие-то финики одни. Санала, блядь. Какая санала, нахуй? Видимо, не судьба. А, кстати, перекинуться. Надо посмотреть, что есть в городе двуручное еще. Вот что. Может, там есть какая-то пиздатая пушка какая-то разъебнейшая. Вот. Говно. О, бердыш. Двуручный бердыш, нахуй. Дайте мне двуручный бердыш. Хай, чучс. Есть узло для боев на арене. Оно как клачник сон из Far Cry и артиллерия, только про гладиаторов. Да я на арену не хожу. Спасибо, я музыку не включаю. Я не купил, да? Я не купил бердыш или что? А, он уже одет на мне, блять. Так, давайте еще раз тогда зайти на... Да булаву я буду плавить. Мне сейчас надо зайти в арену. Просто поговорить бы, блядь, с дядей. Дядя, навыки мне, энергия, это, наверное, двуручная. Учу. Да? Подожди, а что это я делаю? 7000, за что я ему заплатил? А, блядь, нельзя так, и правда, это перки сбрасывает, сука, не получится. Так нахуя я ебал себе голову, ведь и правда говорили, нельзя. Низ, похуй, перекачаемся тогда. Пусть будут булавы. Пусть будет верхом. Пусть будет инструктор. Площадь после битв. Опыт после. Ну, 7000 потратил, конечно, кайф. Блин, фокусы, конечно, бы перераскинуть тоже не помешало. Ну да ладно. Ладно, война идет. Вы что, ребят, война? Там две армии атакуют замок Ардриса, а я пойду проатакую Вострум тогда. Это городишко такое. Вот там уже, а в осаде другой замок. Да, о, Лавению кто-то атакует. Охуеть, и сколько там людей? 128, а у тебя 500.
Это ж кого вы там сколотили? Каких 500? Бля, вот это уже опасно. Слушай, нормально, всего 80 новичков. Здесь-то 122. Не, мир нет смысла, их с двух сторон ебут. Они все в тюрьме, это все, что у них есть. И это они отдают, и это, скорее всего, тоже они отдают. Пойду попробую поймать кого-нибудь из недобравшихся. Типа тебя. Ебать, насколько же я быстрее. В лесу, к сожалению. 4,8, 4,6. А не в лесу, нет. Увы. Этот они заберут тогда. Можно попробовать снять осаду, конечно. Посмотреть, что у нас там по армиям. Но они все уже у нас забиты. Битва пошла, но, скорее всего, забирают. 123 защитника. Я, конечно, героически подожду. Они могут забрать этот замок, но им придется переступить через мое слегка потрепанное тело. Замок Адрису мы отжали, да? Не, они не смогут сильно пробить, к сожалению. Замок. Ардавир. Он владеет городом. Акар. Он владеет одним из замков. И Ялос, он владеет вторым замком. Вот давай, на. Держи, Ялос. Держи. Не стесняйся, блядь. Не стесняйся. Секундочку. Две минуты. Позиции. Та-дам, та-да-дам. Замку пизда. И они внутри. Сейчас будем ловить нахуй вышедших. Вот первая армия пошла. Новичков там вообще почти нет. Опасная битва, блять, нас ждет. Очень даже опасная. Стоять! Since you're not going anywhere. Давай. Вот это будет сейчас ужасно. Ужасная битва, блядь. Чуть шире. Трупс. Смотрим. Та-та-та-та. Сериал по Fallout смотрел? Нет, нет, не смотрел. Ту-ту-ту-ту. Солдаты! Вот, сука, успел закрыться, блядь. Давай, знаменосец. Шо ж ты, блядь? Ебать, он встал. Давай, знаменосца потрахаем. Да, блядь. Давайте потрахаем знаменосца, блядь. Я достаю свою секиру, блядь. Въебываюсь в дерево. Алло, вы куда побежали? Я качаю двуручку, блядь. Что-то, кстати, так себе. Похоже, что двуручка тоже не всегда помогает. Может, конечно, проблемы с навыком. Скилл ищу.
Сейчас она даже лезвием заходит, и все равно мало. Да заебал ты. 7, блядь. Тридцать два мало. Лучше использовать классику. Да, некоторые тяжело бронированные цели не дамажатся. С этим надо просто нахуй смириться. Но это гораздо лучше. Особенно с учетом фокусов, которые были. Дрифтом будешь. А вот это вот тоже дрифтом, блядь, было. Или вот это. Или вот это. Или вот это. По 20. Тем временем копье. По 50. Тот самый крестьянин с копьем. Не, копье по лицу в этом моде реально показывает себя рабочей темой. Исключение — охуенно бронированные типы. Но как походу охуенно бронированных типов вообще ничего не пробивает. Никакое оружие. Побежали, да, уже. Коня бы. На то они и бронированы, да. Забей, коник, поехали. Не слушай никого. У них еще лучники здесь были. И их было дохуя на самом деле. Короче, не стоит отказываться от классики, я лучше хочу сказать. Я бы на самом деле еще избавился от булавы. Ну, бердыш булава. Сейчас от бердыша. И сделал бы еще более короткое копье. Вот как я делал тогда уебанское коротенькое. Чтобы в замесах им тыкать быстро. Вместо булавы. С надеждой попасть в лицо. Это как даггер, типа. Кто? Искания сбили, ироды. Ты? Ну, у нас кстати, даже потери какие-то там имеются. Я не смотрел за ходом битвы. Больше топор тестил. Тэн-тэ-тэ-тэн. Та-да-тэн-та-да-тэн. Вот металка в моде фулл говно. Метательное оружие вообще трэш. Просто трэш. Какое оно имбанутое, блять, в этом было. В ваниле, и каким говенным оно здесь стало. Это вообще, да, обсуждать страшно. Ну-ка. Один? Тринадцать. Чтобы вы понимали, в ваниле я бы его убил нахуй просто этим ударом, который тут нанес один. Пиздец. Ну добейте выживших пока. Так зачем играем с этим модом? Ну по-другому немного. В чем-то интереснее, в чем-то не очень. Броня здесь решает очень сильно. Модульный урон, типа, по броне. То есть, если, допустим, броня на голове или на этом, на теле решает. Шлем их забрал, решают тоже. Ах ты сука. Скрылся с места происшествия. Почти сбежали. Ваниль, тебя картошкой закидали. А картошка здесь такая же, кстати. 25 человек сдохло у нас. Пленник. Пленник, 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 пленник. На остальных до пизды. 91 человек капнулся. Охуеть. Да, эти все могут оставаться. Меня они не интересуют. Лут меня интересует. Сколько внутри осталось еще? Еще сколько-то. О, вот и они. Три, кстати, 400 человек вышло. Новичков не то чтобы мало. Куда идем?
Осада замка Дриса. За стримы. Не планируешь еще поиграть в ДБД? Там поменяли, добавили много чего. Удачного стрима. Спасибо, Саш. Я, ну, может быть, когда-нибудь, но я не планирую. Ты задаешь вопрос, я отвечаю. Спасибо, что задаешь, не планирую. Такс. Боевые лошади. Пиздец. 35 штук по 2000. 95 тысяч заплачу. А вот хуюшки нетушки, блядь. Хуюшки нетушки, не заплачу. Сёдла, да, сёдла, точно. Пошёл бизнес. Пошёл бизнес. Не хуй ты угадал, блядь. Мясо, сыр, рыба, виноград. Имеется. Нанять воинов? Никого нет. О, армия драма идет. Вы думаете, здесь есть древесина? Я же вроде смотрел. Тут не особо, ребят. Как с памяти дерево. А тут его 20 штук. Ну ладно, 20 есть. Пошли плавить тогда на все 20. И let's go! И еще let's go! И еще let's go! Все расплавили. Апнули кузнечку. На 5. Я пойду замок пушить нахуй ваш. Мир, да, хотят или выкупить кого-то? А у меня люди с собой, да? Я их ношу с собой, забыл их скинуть. Ну, посмотрят, как я пушу. Что тут сделать? Выкуп за типа. Сколько там людей осталось-то? Мало. Очень мало людей осталось. Единственная проблема, это они могут вернуться сюда защищать, пока я буду осаждать. Тогда мне придется по съебищам дать. Стена разбита, как я вижу, одна до сих пор. Мир с Южной Империей. Ребята, а с кем же тогда воевать-то, блять? Казахов душить? Но нельзя сейчас мир заключать с ними, ну никак. Вы чё, они единственные, кто воюют, блять, отмена. Они единственные, кто воюют, нахуй. На два фронта, блять, и с нами. И мы сильны, пиздец, как никогда. Здарова. На Нексусе есть мод Warband Musich от Dition Mod. Добавляет музыку из Warband к уже имеющейся. Плюс разнообразие, вайп и ностальгия. Может, заинтересует. Думаю, чатику тоже бы зашло. Блин, ну это звучит интересно. О, вот у нас целая тут осада. Потом еще город пойдем возьмем. Вот только потом. И че? Они сильны? Моть. Не похоже. Бля, пиздец, ты оцени нахуй, сколько их вообще. В каждом клане, блядь, по 170 человек, блядь. При том, что земель нихуя. Типа, блядь. Здравствуй, родненький. Пиздец. Смотрелся я лет 12. Я даже не знаком с большинством. Хоть и были перерывы из-за работы и дел житейских. Спасибо за настроение. Маунт вообще заходит. Стараюсь. Спасибо, не спасибо. Пропускать. Да я вот тоже кайфую. 220 в казну. Второй день кряду играю. Выкуп за типа. Да посидит, блять.
Я думаю, пора разворачивать, разъебывать этой баллисты и входить похуй. Баллисты сносите и гоу. И последнего. Вот так. Блять, баллисту построили. Вот так. Погнали, блять. Да они с плена, там у меня лидеров кланов нет. Блять, опять что ли погребок? Зовут слева погребок, а справа канализация. И там пиздец. Я вхожу, мне похуй. Я не вхожу. Я вхожу X2, мне похуй. На нахуй. Шо вы, суки, блять? Куда ты, блядь, целишься? А ты? Вот это самая тема в этом моде, что работают щиты на руках. На луках. Я тут пришел защищать какой-то наш тип. Ворота открой. Да нахуя мы и так заходим? Нам эти ворота лишняя деталь. Плюс они, скорее всего, хотят заключить мир, когда мы данниками будем. Да? Я вообще не хочу заключать мир, когда мы данники. В очередь, суки. Я тоже поднимаюсь, не видите, что? А тут что случилось? Бип-бип. Бол ковер, спасибо большое за рейд. Ну что, удалось тебе найти стримеров? Здорово, здорово. Спасибо за рейд. Охуенно бронированных типов пробивает Радос в спину, блять. Я пропустил сообщение. Дизреспекта и PewDiePie нашел. Дизреспекта — это уже жестко, кстати, да. Лови, мужики! Ай, блядь, это кто выстрелил, сука? Мужики, лови! Мужики, лови еще! Мужики, еще! Лукап! Мужики, лукап! Ребята! Ребята, лукап! Блядь, бегите, блядь! Пизда! Двоих убила, нахуй, своих. Тысяча 60. Сейчас будет, ребята, в прыжке. Не, уже боюсь, не успею. Бля, мое копье нельзя кинуть. 360 бросок бы, нахуй, туда. Погода легионеров, тысячек, чертежи булав легко убивать, их тупо мало, с тремя спутниками. За 10 дней при достатке угля можно почти все чертежи качать. Ты заебал, бля, чел. Я на тебя даже не смотрю, я читаю сообщение. Пошел нахуй. Все? Потеря 0 человек, блядь. Вымыл. Теперь мы пленник. Здрасте. Остальные меня не волнуют. Войти в подземелье. Управление пленниками. Садитесь пока сюда.
Сейф. Восемьсот человек. Максон, хорошего стрима. Родненький, как думаешь, для долгосрочного мира выгоднее заключать мир с выплатой тобой им около 50-100 денег? Да, да. И много не тратишь. И типы так наверняка не скоро захотят нарушить мир. Ну да, ты же им типа платишь какую-то хуйню. Добыча, бича, бича, бича. Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам. Да, у Акара нихуя нет. Нет, есть. Нет, у них у Акара ничего нет. Конечно же, ему надо дать. Норн 16 мая выходит. Да, знаю. Знаю. А самок замка Марении. А, это они пошли отбивать от других чуваков свои владения. Это, кстати, похоже, последняя их армия, которая у них есть. Я открыл зомби панда Shark with Chainsaw. Неплохо, блять. Мне кажется, дохуя. Армию надо собирать. Сможешь соло размотать армию в 30-40 человек? Ну смотри, какого качества она будет. Угу. Даже так. Да, или меньше, чем 3 будет ли табор с твоего экрана? Когда-то да будет, спасибо. Криптое works? Криптое. С пальцами, типа. Выкуп. Он посидит, ребят, он посидит. Чё, уже перехотелось, блядь? Ну давай, сколько можно тебя ждать? Перехотелось. У меня тоже, наверное, новичков дохуя, да? Но не вижу, кстати, чтобы было прям уж много. Ну иди, снимай осаду, блядь, чё ты? Ко мне ещё не доехали даже. Ко мне ещё сейчас доезжать будут. Manor Lords. Да, видел, но мне не очень... Ну, я типа посмотрел, не так, чтобы вау-вау, хочу поиграть. Такого прям не было вау-эффекта. Мир, да? Через сколько там автоматически будет этот? 40 дней вроде, да? А, 2 дня, 48 часов там будет. Не успеем. Не успеем мы на мир. Заплатить им по 3200. Не-не-не. Оставь себе свои деньги. Оставь себе свои деньги. Кого мы еще дожидаемся? Мы еще дожидаемся 2 человек. Ямину и Кубана. Вон Кубан едет. Оставь свои деньги себе. Опаньки. Покончим ли мы сегодня с Империей? Да ты что? Нет, конечно. Она же огромная, блядь. Я думаю, что мы сейчас еще немножко ебанем. В Остром посмотрим, что как дальше война. И в Станку перекатимся. Хотел бы сделать этот день днем Mountain Blade, но уж больно хочу поиграть в Станку. Единственный мой заход на 1 апреля был ужасным опытом, блять, просто пиздец, я чуть не сдох, я думал, что я попал в цирк, блять, а не на станцию. Хочу сыграть нормально. Пленников отдал Акару, когда замок дал ему, это нормальная практика, я в нем уверен. Я уверен в Акаре, как в себе. Он не допустит никаких проблем, можешь не сомневаться, Акар человек чести, блять. Я готов положиться на него в этом плане. Так, кто? Торговка пряностями. Управление. Да воинами давай, похуй. Хотя интендант, интендант, смотри. Какая... Штраф к торговле вьючными животными. Нахуй мне торговля вьючными животными на управлении 225. Как, на кой хуй мне вообще торговать вьючными животными? Серьезно, блядь. Лучше верх взять.
Хоть и там два навыка на интенданта, но, блядь, торговля вьючными животными, это звучит прям издевательски, нахуй. Ну, погнали. Там еще армия Адрама тоже бушует. А, они Лавению хотят захватить в ответ нам. Но мы ее отберем сразу. Весь стрим, тыкаясь в инфинити, вчера в лучшей, что вышло. Ксин Пинка Уктон Сачиалис Витчини Сичара 400 Сфорнил Эр. У меня есть дуарф и фортрес, но я не могу сделать дуарф фортрес. Трэш. Многострадальное ловение. Снова идти ебашить по этим. По башням. Чё там по этому? Сплочённости. Не парьтесь, ребята. Я накину сколько надо. Все, ждем. 4 дня, потом пока 300 человек умрет. 350. А потом пойдем. Интересно, какие здесь стены. Мне кажется, тут хорошо пробить можно будет. Да, они были обоссаны. И вот они пришли сюда. 90 человек, блядь, там осталось. 94. Слушай, ну при условии, что они успеют сделать хотя бы 120, они растут, слышишь? 120 они не успеют. А вот Адрам бежит. Он защитит. Он защитит замок Лавения. Мятежники из Тиала. Классика, блядь. Это классика. Это знать надо. А как вообще так получилось, что я захватил мятежный город и не был опиздюлен в ту же секунду, блядь, султаном каким-нибудь, у которого было на тот момент 10 тысяч войск? Вот я взял город Мрази, да, и мне как-то дали подышать. Так вообще получилось. Сейчас у нас есть силы, ресурсы, армии. Ты был вне политики. Сука. А когда стал в политике? Через 2 дня начнут умирать, ребятки. Все, началась смерть. Южная империя. Да, блять, потерпите, вы заебали. Надо, придется разговаривать. Слышь, придется разговаривать, как ни крути, блядь. Я сказал нахуй. Нет, блядь, я сказал. Нет, блядь. Нет, блядь. Я сказал нет, нахуй. Ёбаные волки. Меня слушаем, блядь. Инженерка прокачалась. Тележница. Готовые баллисты при развертывании осадного лагеря. Один. Максимальная вместим хуйня и... Вероятность потерь при обстрелах. О, блять, конечно! Конечно, вероятность потерь. Вы что, блять?
Так, кому там что? Здорово, Лефтик или Немезиду? Хай. Ну, Немезиду, думаю, сможем. Шестьдесят семь человек осталось в гарнизоне. Станция. Станция в любом случае будет. Так. Сворачиваем, разворачиваем два огненных анагра. И атакуем нахуй. И атакуем нахуй. На стриме Немезида? Не, не на стриме. Конечно, не на стриме. Да ты что, это секретная. Это секретная штука. Все, ребята, за мной, а там посмотрим. Тан-тан. Анагры огненные. Ебать, нихуя себе, блядь, там поубивало. Everyone, give them hell! Так, я дождусь своих сначала. Вон он полетел. На нахуй троих. Мне нравится, как лучники игнорируют. Меня только один уж меня целит. Ай, блядь. А второй прям в ебал попал. И куда? Заходим, блядь! Выходим, блядь! Так, ну первая армия не моя идет, как мы помним. Моя контрактная позади всех. Как в регионе. Сначала идут самые эти, да? Слабенькие, потом сильнее, потом еще сильнее, потом самые охуевшие идут. В первом ряду у нас идут трупс. Да я тебя рукояткой нахуярю, серьезно. Мне коня надо срочно, блядь. Тут где-то моя лошадь стояла. Вы не видели мою лошадь? Ну вот. Началось, блядь. Пойду чат пока почитаю. Не только спроси. Тут только пара моих. Он агент собака пытается справа что-то сообразить. Вроде справа можно даже подраться пойти. Пустите-ка я там потыкаю. Угу. У меня один человек умер. Кто? Кто, сука, блядь, сдох? Влад 100600! Как ты, блядь, мог сдохнуть в этом бою? Как ты мог? Это что? Кто это сделал? Они выходят на крысу к нам в спину, ребята! У них там секретный погребок есть какой-то. Пойду-ка в него. А чё это у вас тут такое, блядь? А чё это вы тут делаете, блядь? Ебать, тип прилёг со стрелой в башке. Люк, блядь, с ума сошел. Дайте мне лук. Дайте мне стрелы, блядь. Говорю, дайте лук. Вот, и стрелы есть. Ну, держись, сука. Я! Очко. Ну, держись, сука. Я! Щит. На нахуй 56. Это твой лучший выстрел, да? На нахуй убит. На 91, блядь.
Король прикроет. Дайте мне. Все, я пошел. Пошел, Кать. Как думаете, тут наверху еще кто-то остался или все? Ну, ребята, отдыхающие. Вопрос времени. Я могу купить за баллы канала не себе в этой стороне, дому, который захочет? Конечно. Единственное, там логин будет не Beyond, как обычно в 13-й, а логин будет CK в 14-й. Я, может быть, даже подешевле сделаю этот вопрос, потому что 14-я станция не такая популярная, как 13-я. Парадокс, блядь, на этом канале. Поэтому посмотрим, вообще сможем ли мы собрать раунд. Надеюсь, хотя бы 50 человек соберется. Это было бы идеально. Там у кузнеца сегодня, видите, блядь. Акция, видимо. Два мяча по цене одного. Видишь, войско выстроилось, блядь. Кует там что-то. Где там лук? Он убил кого-то, блядь. Угу. Повыше, да? На. И да! Я победил! Победил кузнеца! Два человека умерли. Кто еще? Депарет умер. Ай-яй-яй. Ну теперь я мой пленник получается. Это уже город. Мы у имперцев отжали за войну, которую они нам навязали. Мы отжали у них город. Всех можно сразу взять в плен, чтобы продать. Все можно спиздить. Проявить милосердие. Зайти в таверны. Зайти в цитадель. Войти в подземелье. Вану Дракхольму дать еще одного чела. Кто из вас, блядь, главный-то? А он и есть главный, слышь. Че, попиздим с ним? Спросим, как жизнь? Земель у него не осталось. Можно попробовать спросить у него, че, как жизнь? Как один человек? Было аж два только что. Юстина. А где он сам? А, я его не отдал. У меня доктор Дре собрался. Молодец. Или он отведает сейчас моего хуйца и вступит в мою армию, или он отведает мои стали. Дайте мне перетереть надо. Вот ты. Давай перед тем, как мы продолжим, кто у тебя в друзьях? Она тебе не друг, я смотрю, да? А, это жена его, тут Юстиана сидит. Тут ты и твоя жена, но сколько же можно? Да, можно, прикинь. Бля, ну у нас вообще хуй прокатит с ним. Он, видишь... Ну есть 100%. Он не очень меня любит. Есть 82%. Ну и край, 82%. Нормально, он готов. Еще один клан. Сколько? 200 тысяч. Дешевка. Ты дешевая шлюха, блядь. Дешевка. Вы свободны, блядь. Так, верно. Нормально, слышь, еще плюс кланчик. Легендарная одноручная хуйня. На 90 тысяч можно продаться. Ему отдай город. Ну, кстати, да, он же имперец, вроде как. Ему выгодно такое отдавать, верно? Че, есть тут лошади боевые? Да, есть. Немножко возьму. Немножко.
Мне повысить ребят надо. Блять, бесконечный какой-то источник денег у меня. Эти вещи, они просто не заканчиваются, ты понимаешь? Не заканчиваются. Там еще есть по 15 каких-то штук, еще там по 11. Просто я захожу и имею бесконечные деньги, блядь. Не отдавай в остром, он город имба, он легкую 6к фармит. Окей, оставляю себе тогда. Значит, и так, блядь. Армию распускаем, нахуй. Все, всем спасибо, все свободны, блядь. Хотите мир, хуй с вами, видимо, они заебались от войны, сделаем вам мир. А вон там у нас пушит ловению, блядь. Там 93 защитника осталось. Суки, ну я им пойду покажу, блядь. Но они сами мечтают получить пизды. О, я был на этой осаде, мы храбро сражались на последней, имперская зараза забаррикадировалась в погре, и тогда наш великий богодобавный правитель поразил его прямо в глаз 20 ярдов, сам Господь направилял его руку. Не знаю, куда он пиздует, но если сюда, надо помогать, надо идти помогать. Прямо сейчас, да. Какие? Кто эти люди? Я их даже не знаю, блядь. Ну вот и познакомимся, блядь. Вот и познакомимся. On my orders! Soldiers, charge! Boom, charge! Stay close! Первым раунд дальнего боя зависит от навыка. Для каждого вида оружия по-своему. Для арбалетов он влияет наименьшим образом. Там сильнее влияет сила самого арбалета. Для лука похожая история. А что есть арбалет? Именно влияние заметно больше, однако оно не абсолютно. А вот металлки имеют абсолютный скилл урона от навыка. Если хочешь дамаж с металлками, то придется качать первые 30 пунктов на арене и бомжах. Бля, бро, ты мог гораздо быстрее уместить это сообщение. Я... Тебе надо книгу написать. Металлки первые там 100 очков навыка не ебут, поэтому приходится качать их в РБМе на бомжах. Этого, в принципе, уже хватило бы. Это и так я уже максимально расширенно сказал, знаешь. Что тебе надо, блядь? Я, конечно, благодарен за расширенный ответ. Не подумай, я не издеваюсь или типа того. Ну я чудом успел прочитать, понимаешь? Вот к чему до боя. Эй! На по морде, блядь. На по морде, блядь. На по морде, блядь. Что ты? Прошмандовка. Бля, это было как относительно. Особенно прошмандовка. А, копье выбил, сука! Ой, блядь, а что происходит вообще? Три нахуй. Откройся. Отдайся. Чуча, блядь. Time for чуча, блядь. Бля, у них новобранцев в армии пиздец, на самом деле. Бля, страшно представить, это я еще на реализме же, да, играю. И я так мало урона получаю благодаря успехам. А прикинь, если играть на легком, среднем, где ты получаешь не весь урон. Ты же вообще нахуй будешь тут просто, блядь, как жидкий металл. Тебя хуй кто сможет убить или надамажить, как ты просто ходишь, блядь. Я все там щупаю понемножку. Я сейчас чувствую, как будто я на легкой сложности играю. Знаешь. По демеджу по себе. Ну-ка, легендарная хуйня. Легендарная колотушка, блядь. Не пригодилась в сражении. Ну-ка, по бомжу. Ну, бомж от легендарной колотухи складывается. И полубомж. А вот арбалетчик, лучник имперский, не складывается уже от легендарной колотухи.
Увы. Блуа была лучше. А когда играли с Артуром и Гришей, сложно было не использовать мат? Да нет! Не было такого, знаешь, строгого запрета на матюки. Ну, типа, это как с Денисом ВЛГ сейчас играть. Он типа, Максим, ты ж понимаешь, я family friendly стример. Можешь постараться использовать меньше мата. Типа, вот так вот. Я говорю, да, конечно. Полностью запрет не действует, и анафеме меня за это не предали. И не предадут. Сейчас, но... У нас ёбаный в рот, у нас family friendly стрим. Да. Именно. Именно. И Дэн там говорит, типа, если что, ну ты там полегче там, да, с выражением, пожалуйста. Ну мы все профессионалы, естественно, говорю, да, конечно. Но как только в игре что-то происходит на скопе, я могу как бы немножко... Да ладно, всем похуй. Непрофессионально вести. Думал по поводу копа с мылом фойку. Да он что-то на морозе на таком лютом, поэтому, наверное, я подожду, пока он сам предложит. Я ему уже два раза предлагал, он такой, типа, я вот хочу сам. Ну, пусть играет сам. Я думаю, шансов, что мы ебанем с муниверсом Хойку гораздо больше. Все, конец. Четыре жмурика у нас. Здравствуйте. Присаживайтесь. Похуй, давайте всех. Да и пленников тоже давайте, ебал я рот. Все, блядь, все имперские армии уничтожены, блядь. Уничтожены и повержены, сука, с крайне жесток... Ну ладно, еще одна осталась, одна. Одна осталась. Сколько они хотят? Владелец Вострума. Я, блядь, кто нахуй? Я владелец Вострума. Вы что, ёбнутые? Лично я. Надо бы пойти, кстати, закинуть туда что-то. А, там уже, блядь, гарнизон, нахуй, 400 человек. А чё они умирают? Алло, ребят, вы чё? У вас еда кончилась? Так, я понял. Кто там в плену, блядь, сидит? Съебались нахуй, я всех вас отпускаю. Нет, подожди, не так уж всех. Я вас всех отшиваю, блядь, из плена. Всё, вы отшиты. Идем туда. А ты знал, что если захватить все замки империи, то она перестанет существовать? Ну, догадывался. Ты так говоришь, как будто это, знаешь, естественно. Куда идем? Замок Ардисса, да? А замок Ардисса насчитывает 154. Хотел бы я на это посмотреть, да. Сколько новичков? 48 пехотинцев второго уровня. Ай-яй-яй-яй-яй. Здрасте. Замки не города, а. Последний понедельник живу. А ты знал, что если умереть, то ты не сможешь ничего сделать? Жесть. А ты знал, что если перестать дышать, то можно умереть от того, что тебе не хватило кислорода? Лучников всего. Пойдем резвиться с их конями. Я серьезно, там сообщение перестало существовать вылазить. Ну, прикольно. Запомни, чем больше силы,
тем больше сможешь выпить пиво. Безумно можно быть первым. Парапапам. Парапапам. Как далеко нас, блядь, заспавнить друг от друга. Хоть конями все сражение проводи. Да ладно, садись на коня, я не трону. Садись, садись. Ну, ты выбрал смерть, блядь, позорную. Мог умереть в седле, так и знай. Живой еще? Все пошло дрочево. Блять, как они далеко заспавнились, это же пиздец. И у них уже есть приказ атаковать ближний бой. Это же пиздец. Поехали в лесу с теми зарубимся. Это просто какой-то кошмар, нахуй. Блин, на самом деле я так преисполнен 14 станции еще, кстати, потому что я в нее супер давно не играл. И там реально отличается и управление, и некоторые механы. Чтоб нормально зарабаститься, нужно пиздец как постараться. Ебать, я ударил по коню, а упал тип. Секунду, я хотел бы... Похуй, давайте просто ебать их уже, нет сил. Реально, 140 лет нахуй ожиданий каких-то. Супер давно не играл, с 1 апреля. Ну вот, видите, ребята. Вот такие вот зрители, блядь, на канале. Не могут нахуй цифры отличить. 13 от 14, блядь, да. А я им что-то, блядь, про маунт, про какую-то, про космические корабли, блядь. Да. Это пиздец. Пока они там ебать, он мышцы ебанул, слышно, 27 по башке. Коней отдаю, кстати. Но это охуенная карта, охуенная карта, охуенный ИИ. У меня до сих пор, блять, воины не могут дойти. Куда они, блять, пошли? Алло, долбоёбы, вам сказано сюда идти. О, наконец-то. Ну вот. Гордисат, если убьешь меньше трех, уволен нахуй с армии. Я считаю. Три фрага, чтоб сделал. Миша, если убьешь меньше трех, то ты все равно лапочка. То вместе выгоним Вердисата, блядь, если бьёшь меньше трёх. Что ты, блядь? Нихуя он подставился под ногу, чтобы спасти друга. Убил чувака, а наш доктор повысил уровень. Не, ну с пехотой у нас пока порядок. Ничего не могу сказать. Смотря на уровень. Ёбки, ай, блядь, сейчас можно и без сознания упасть так-то. Как бы тут понять, кто где, конечно. Только по гербу и отличаю. Так, ну давай посмотрим. На В, да? Ну что, Вердиса? Один человек, Вердиса. Но только Миша Бурн тебя спасает.
А у него два. Здорово, Максим. Вот твой 220. Можешь меня поздравить с покупкой себе нового компа на свой собственный. Да куда катится жизнь? Раз мы радуемся новому оборудованию, где работать. Подувыпив годом одиночестве. Конечно, конечно. Ну да, ну, ну типа ты как-то, знаешь, депрессивно настроен, бля, бро. Все будет норм. Поздравляю. Поздравляю. Надо в коней упарываться, потому что их мало. Пленников мне не надо, да. Меня не интересуют пленники. У меня и так уже есть. Это все сюда. Ну, пойдем подождем, пока они... Ой, бля! А что это они передумали? Передумали. Осада замок Лавения. Так там тоже 200 чела, там 100, ладно. А ВЛГ больше не будет станцию с тобой скатать? Он недавно, знаешь, что сказал? Я чувствую себя на станции чужим, блять. Я чувствую себя на станции чужим. Ебать, мне кажется, любой новичок будет чувствовать себя на станции чужим до 100 часов, пока он не поиграл. 100 часов поиграет, тогда он будет около, знаешь, что-то рядом. А до этого ты чужой. Ксеноморфом чувствует себя, да, ксеноморфом. Так, ладно, это может долго продолжаться. 3 часа маунта, как бы, да? Ну не 3, там, 2.5, но все еще, как бы, да? Война уже выиграна, империя разъебана, Вострум захвачен, все вернуто, кланы переманены. Я в станцию, иначе я буду, блядь, сегодня до полу...